Готовность спортсменов максимальная. Боевой дух на высоте. Сборная Одесской области по боксу провела финальную тренировку перед всеукраинским чемпионатом. Старший тренер Николай Гудь в успехе своих подопечных не сомневается. Готовы мы серьезно, но первые номера, они еще серьезнее, я думаю, за счет опыта, за счет своего наезда. Они очень опытные, соревнования очень. Но мы будем сражаться на все 100, готовы, будем доказывать, защищать честь Одесской области. Боксеры полны решимости. Очень тяжелую подготовку провели, на 100% готов, и морально, и физически. Едем побеждать. Настроен только на победу, еду туда за ней. Готовился, тренировался, проходил сбор чуть-чуть здесь, с ребятами готовились. Подготовиться ко всеукраинскому турниру нашей команде помог депутат Одесского горсовета Денис Григорьев. Политик, являясь спортсменом и понимая проблемы боксеров, предоставил помещение для тренировок. В городе очень мало оказалось тех залов, которые можно использовать как основная база для подготовки спортсменов. Поэтому мы сделали все возможное, чтобы эта база оказалась именно у нас в залах. И мы, ну, понятно, безвозмездно даем ребятам возможность заниматься в наших залах, чтобы они могли приходить и показывать нужный результат. Впереди целая неделя нелегкой борьбы в Виннице. Победитель чемпионата будет известен 22 ноября. Владимир Кацман, Вячеслав Лаштаба, Думская ТВ.